нравится в игре, то, что когда сильная блокировка, наши выкручиваются. Мне очень нравится каждая игра Спарта НК, потому что наша команда, я считаю, что самая лучшая. Каждый игрок, он чем-то особенный и дает, ну, как бы вкладывает огромный труд в успех команды. Спасибо большое. Рада, что выиграли. Готовились очень тщательно. Галатасараю очень сложно с ними играть, так как команда имеет размер. Вот, они играют очень быстро баскетбол. Как вы знаете, в нашей команде не такая большая ротация, поэтому главное было остановить и не ввязаться в их игру, не дать им играть удобный им баскетбол. Поэтому очень рада, что все установки, которые тренер нам давал, удалось воплотить в жизнь. И отсюда результат достаточно уверенная победа. Нам это очень нужно.